Я не рекламировала продукцию САД, я с этой продукцией работала несколько лет. Вот, поэтому продукция САД, это, ну, вообще компания САД, я вам так, я уже говорила это несколько раз, еще раз повторюсь, значит, что продукция САД содержит только биорегуляторные белки. Они, в принципе, неплохие, но качество подготовки препаратов, качество воды, очень большие разведения биорегуляторных белков, которые находятся у них в этих продуктах, разведение должно быть 10 минус 7, 8 степени. У них, разведение сейчас больше 17, поэтому биологическая активность по сравнению с нашей продукцией, она просто, ну, как бы не может сравниваться, потому что у нас совершенно нового поколения продукции, специально подготовленная вода, специальные лаборатории с GMP, стандарты все соблюдены, международные. Затем наносится информация, которая тоже является органоспецифичной, но механизм действия и скорость работы этих продуктов несравнимы. Ну, как понимаете, они остались в 20 веке, мы в 21 перешли. Это я не говорю из-за того, что я там не работаю. Я просто оцениваю механизм действия этих продуктов и продуктов САДА. Я их очень хорошо знаю, поверьте мне. Вот. И во-вторых, в САДе нету того набора, который есть у нас. У них нету того детокса, который есть у нас. У них селен 20 мл, у нас селен 150. Реликтум у них вообще нету. Вот, поэтому салютом у них тоже нету. Вторые препараты у нас энергоинформационные. И поэтому у нас механизм совершенно другому получается. Наши препараты пьют и энергоинформационные, и информационные вот с внутренними органами, и программа детокс. Поэтому у нас совершенно другой подход, другой уровень. Да, в САДе кое-что есть, но у них не получается такой биологической активности. Ну, представляете, у них 10 капель в глаза, у нас одни. Делают лучше, я вам поверьте, лучше делают. Вот, поэтому могу сказать, что пускай они работают, каждый имеет как бы право на работу. Но биологическая активность и эффективность другая.